Ожирение – это избыточные жировые отложения в подкожной клетчатке, органах и тканях. Одной из главных причин ожирения является нарушение баланса между поступлением энергии и ее затратами в организме. Избыточный прием калорийной пищи при нехватке физической активности приводит к накоплению жировых отложений и увеличению массы тела. Ожирение несет в себе риск для здоровья человека, так как оно является фактором риска для многих хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, поражение почек и печени. Психологическое переедание проявляется обжорством, развивающимся при эмоциональном напряжении и стрессе. Пациенты не чувствуют наступления насыщения, продолжают есть до появления дискомфортных ощущений, чувства тяжести, переполненности желудка и тошноты. При чрезмерном поглощении пищи они понимают, что контроль действий утрачен и восстановить его не могут. Чувство стыда и вины становится источником дополнительного стресса и вновь провоцирует обжорство. Чтобы внести коррективы в пищевое поведение и добиться наиболее благоприятного исхода, мы предлагаем такой препарат, как СтопЖор. СтопЖор является препаратом-анорептиком, подавителем аппетита для эффективного снижения массы с поливалентным механизмом действия. Является эффективным препаратом с высоким профилем безопасности. СтопЖор активирует в головном мозге центр насыщения и блокирует участок, отвечающий за голод. К тому же препарат СтопЖор вызывает чувство удовольствия от диеты. Является наиболее эффективной добавкой для похудения. Применение этого препарата значительно ослабляет тягу к еде, особенно сладкой. Поэтому, чтобы предотвратить возможные осложнения, необходимо следить за своим образом жизни и питанием. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!